Друзья. Реакция на новые вызовы, которые стоят перед страной и миром. Формирование образа будущего России. Поиск новых идей, которые сделают жизнь лучше. Ответы на сложные вопросы ищут участники форума «Территория смыслов», который проходит в подмосковном Солнечногорске на площадке президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Сейчас первая смена под названием «Мыслители». Всего их будет 8. В каждой больше 300 человек. Талантливая молодежь. Будущее нашей страны, для которых форум – возможность не только проявить себя, но и получить новые знания от опытных наставников. Сейчас такое время, ну скажем так, время перемен, время вызовов, время новых возможностей, поэтому «Территория смысла» в каком-то смысле тоже новый проект в этом году. Здесь на площадке «Территории смыслов» будут и молодые управленцы, и государственные служащие, и журналисты, и представители различных крупных компаний, молодые специалисты и руководители волонтерских организаций. Впервые принимают участие дети, подростки от 14 лет, участники движения первых.